страшная техногенная катастрофа 20-го столетия. Ликвидаторы. 26 апреля 86 года произошла страшная трагедия. Весь мир понял, что мирное изобретение, мирный атом может быть страшным катастрофическим оружием. И вот тогда по всем городам Советского Союза, у военкоматов, стали формироваться подразделения бойцов. Бойцов, которые шли на борьбу с врагом непонятным, врагом невидимым, врагом страшным, который убивал тихо, который убивал жестоко. Ну, большинство, наверное, уже действительно большинство людей за эти десятилетия ушло из жизни. Вечная им память. Вы знаете, в этот день во всех, наверное, также городах, как и в Кингисеп, есть вот такие памятные места, куда мы приходим, чтобы почтить память минуты молчания настоящих людей, настоящих мужчин, которые шли на борьбу с природой, на борьбу с теми изобретениями человечества, которые могут обернуться, опять же, для людей катастрофой. Мы об этом тоже должны помнить и не забывать, что любое изобретение рук человеческих может убить и того же человека. Поэтому вечная память всем, кто эту трагедию остановил, кто ликвидировал эту страшную катастрофу. И хотел бы пожелать здоровья всем, кто сегодня живет, кто сегодня здравствует, их семьям, внукам, чтобы мы никогда не забывали об этой трагедии. Уважаемые ликвидаторы, позвольте сегодня от главы администрации Кингисеппского района Виктора Эвальдовича Гешеля выразить вам искреннюю благодарность за тот подвиг, который был совершен всеми ликвидаторами этой страшной техногенной катастрофы. Сегодня, как и предыдущие годы, у нас, слава Богу, появилось место, где мы можем 26 апреля каждый год собраться и почтить памятью всех тех, кто не дожил до наших дней. Всех тех, кто погиб во время ликвидации, всех тех, кто, к сожалению, ушел от нас в результате тяжелой болезни. Сегодня наше поколение, молодое поколение, безусловно, должны знать и помнить о тех страшных страницах истории нашего государства. Низкий поклон погибшим и крепкого здоровья живущим ныне. Уважаемые кингисеппцы, сегодня 26 апреля – это Международный день памяти жертв от радиационных катастроф. Но этот день не сразу стал международным. Только спустя 5 лет, в 1991 году, вышел закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию от радиации. Мы не знали о ветеранах подразделений особого риска. Мы не знали о Капустином Яре. Мы не знали о жертвах, пострадавших от испытаний на Семипалатинском полигоне. Мы не знали также о жертвах 1958 года – это маяк на производственном химическом объединении «Маяк» в Челябинске. Ну вот благодаря вам, благодаря чернобыльцам, с прискорбием можно сказать, благодаря, мы узнали о всех этих жертвах. Ваш подвиг, конечно же, огромен. Вы сделали все. Я не побоюсь этих пафосных слов. Вы защитили человечество. Вы защитили население Советского Союза, население Европы. Позвольте, я сейчас обращусь к женщинам, собравшимся здесь. Дорогие, уважаемые вдовы, жены, я вижу здесь дочерей, внуков, матерей. Дорогие, вы пережили со своими близкими, с
самое страшное, их болезни, смерть. Вы пережили долгие хождения по судам в связи с несовершенством закона. Но вы все это вытерпели. Спасибо вам огромное. Низко вам кланяюсь. Новосибирская атомная электростанция нажала 15-ю кнопку запуска 4-го реактора. Над Чернобылем вспыхнуло пламя. Мирный атом взлетел до небес. Он накрыл половину России. Еще там чего-то задел. Пожарников племя лихое смело кинулось в адский огонь. Целый день они пламя тушили, но сами ушли на погост. Генеральный издал директиву. Военкомы подняли народ и помчали состав за составом прямиком на родную ЧАЭС.